Разрушительное ранчо. Перевод Флая и Зёбры. Озвучка Зёбры. Чё как, чел? Салам пополам. Чел, зацени этот коллаж. Смотри, эта штука складывается. Офигеть тактикульно. Я знаю, думаешь, охренеть, дайте две, так ведь? Да что с тобой не так? Дай-ка глянуть. Ничего такой. Но не надо кипятком лить. Да знаю, вообще крутышка. Обожаю его. Я теперь такой тактикульный. Знаешь моменты, когда ты взволнован, потеешь? Вот я уже взмок. Адски жарко сегодня. Господи, что ты напялил? Чё? Выглядит отвратно. Да не, классно. Классная футболка. Чел, ты же ничего не смыслишь в обращении с оружием. Ты хоть одно видео на YouTube посмотрел о том, как обращаться с АК? Да знаю я, как стрелять. А думаешь, YouTube хорош для того, чтобы научиться этим штукам? Обращанию. А колобок круглый? YouTube — это лучшее место, чтобы научиться чему угодно. Позоришь меня тут перед всеми. Слушай, я научу тебя всему, чему я научился на YouTube. Как быть тактикульным. Но давай поспокойнее. Научишь? Спасибо, брат. Я хочу быть тактикульным. Сперва вот что. Ты всегда должен выглядеть, будто умеешь стрелять. Даже если ты калаша в руках ни разу не держал. В том числе не носить футболку, спицы, шаурмой и котейкой космонавтом. Но другой-то у меня нет. Ну нельзя стрелять из АК в футболке с котиками. Ладно, тебе все равно полагается бронежилет. Он все закроет. Бронежилет? Есть. Вот ты издеваешься. Ты напялил пистолетную броню, стреляя из винтовки. Ярко-красную. Это не тактикульно. Боже. На, мой броник на сегодня. Ого, какой тяжелый. Спасибо. Теперь я тактикульный? Выглядишь ты тупо. Защиту на глаза и уши. Ась? Все стрелки носят кепки. Ты хоть знаешь, как стрелять? Ага. Я знаю, как стрелять. Ну, вперед. Громко. Ох. Нет патронов. Перезаряжать умеешь? Нет, никогда так не делай. Подстрелишь кого-нибудь. Дай сюда ствол. И магазин. Берешь магазин, скидываешь вот так, вставляешь новый, потом снизу. Вот так мочат плохишей. Я смотрел тактикульщиков на ютубе годами. Есть только один правильный и безопасный способ перезарядки АК. Ты в курсе, что тебе нужно оглядываться после того, как пострелял? Типа оценивать угрозу. В обе стороны оглядываться. Нет, сильнее оглядываться. Нужно быть быстрее. Тебя же подстрелят. Быстрее. Кругом враги. Смотри быстрее. Окей. Ты должен посмотреть и туда, и сюда. Окей. Посмотри туда-сюда, но быстрее. Лады. Ты должен видеть все на 360 градусов вокруг. Еще. Ага. Быстрее. Окей. Так быстро, чтобы ничего даже не заметить. Лады. Почти, вот сейчас почти. Вот, то, что нужно. О да, класс. Можно мне это снять? Он реально тяжелый. Не-не-не-не-не, нельзя. Тренировка в условиях боя. Не снимай. Я снимаю, а то сейчас вырублюсь. А пока ты его стягиваешь, и мы говорим о бронежилетах, дай-ка я тебе объясню, почему ты должен носить его, когда работаешь с винтовкой. Винтовочный патрон 7,62 на 39. Пистолетный патрон 9 мм. Небольшая разница. Вес пуль примерно одинаков. Обе чуть тяжелее сотни грамм. Винтовочный патрон 7,62 немного уже, но длиннее. А вес тот же.
То есть в таком патроне больше пороха, который заставляет пулю лететь быстрее. За тобой я подготовил два ряда канистр с водой, по 4 канистры в каждом. В один ряд пальни из своего АК, а по второму стрельнешь моим 9-миллиметровым. Это Каник TP9SF. Давай-ка, пробуй. Ага, лады. Прошила все. Даже дальнюю пробила. Девятимиллиметровая прилетела и пробила раз, два, три, четыре канистры. Вошла здесь и вылетела сзади, не задерживаясь. И не сказать, что дала много урона. Просто вошла и вышла, оставив аккуратные дырочки. Но 7,62 на 39 смела все четыре канистры. И учинила жестокую расправу, просто размотала их. Водный удар был такой силы, что все они взорвались. Пули 9 мм и 7,62 весят одинаково. Но добавьте немного скорости и пожнете много больше урона. Ты узнал так много? Горжусь. А теперь знаешь что? Я понятия не имею. Теперь время для стрельбы на бегу. Класс. А надо бежать? Может, я просто быстро пойду? Неа. Может, трусцой хотя бы? Или постреляю стоя? Я бы, однако, лучше стоя пострелял, чем на бегу. Ты когда говоришь бежать таким голосом, это не особо мотивирует меня куда-то бежать. Впитав пару часов видео на ютубе и потренировавшись 15-20 минут с этим стволом, я чувствую, что стал настоящим бойцом САКа. Если вы хотите увидеть этот калаш Century RH-10 в других роликах, оставляйте комменты. Спасибо спонсорам AR500Armor.com. Спасибо за компанию и за просмотр. И до встречи! Bobby! Я доктор.